странное какое-то заявление, потому что еще середины года нет. Объявлять фактически о предстоящем дефолте – это, ну, так, уровень ответственности, профессионализма, конечно, судя по всему, невысокий, несмотря на то, что страну поставили под внешнее управление. И потом, насколько я понимаю, если я ошибусь, вы меня поправите, МВФ не предоставляет никаких кредитов странам, которые попали в ситуацию дефолта.